Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 918. События дня. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Зная, что воздаяние от Господа, получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Вчерашний день был очень наполненный, с утра пораньше тоже. Завтрак с 8 перенесли на 7. Нагрузили тележку всем необходимым. И поехали, повезли. Все это снято, потом будет показано шлюз между первым и вторым мостиком. Очень слаженная работа шла, быстро сделали. Не хватило там сена, соломы, лопату натащил, и лопатой Володя начал косить там камыш и осоку. И оттуда сразу перешли на первый мостик. Пошел на деревню собирать людей, а людей-то и мало. У брата Владимира Устинова там пожар был, я-то не знаю, город какой, Новокузнецк или где. И они там уехали все. Один Алексей остался, ну его тоже пригласил. Володю Плотникова. Ну, так надо было бутовым камнем, там долбили его и устилали дно, поднять немного, потому что осадка там была, видимо, так, это другое-то. И это успели закончить. Тоже закончить, тоже снято было, и вернулись домой к обеду. После обеда я пошел, поехал опять, тогда-то незаконченная работа была. Пни там разные дают, большие отростки, и закрывает храм, когда подъезжаешь к Потеряевке. И там вырубить надо. Но там такой обрыв идет. И сразу над водой я везде не смог это сделать. Это зимой только надо будет, когда застынет. Вот такой переполненный буквально день. Ну, ребятишкам вчера первый раз разрешил купаться на Южном. Пошли все довольные. А Марина не решилась, холодно. Холодно. Один слой жира заменяет одежду с костюмом. Так у нас в техникуме говорил один преподаватель там. А девчонки искупались, даже нужды нету. И Нестор. Ребятишек-то совсем мало. Ну, все знают, что молиться надо. Повторяем за Максима, чтобы Бог умягчил его сердце. Это прокурор Мамонтова. Обратил его к себе, и чтобы все эти неурядицы Господь удалил. Велик Господь и достохвален. Прекрасный день закончился. Так, Володя что-то все возился долго. Матушке настроить там насос, качать воду из пруда, который рядом. Это все занятия. Потом разборку я сделал Нестору, не запрещено было на тарзанке кататься, мотаться там в воздухе, а хорошая альпинистская веревка, но ее истерли, и она, боюсь, порвется. Я запретил. А он, зная, что это запрет, все-таки решил, я его на этом захватил. Ну, наказал я его на сегодня не качаться совсем, только смотреть. Видите, какие маленькие такие дела. Здесь даже какие отзывы не было. Вчера я сделал пропуск день, потому что важное стояло там сообщение, крик души о том, что подано заявление в суд на прокурора Мамонтовского района Королева Максима Васильевича. Потому что недостоверное сведение, что будто бы я же захватил землю там самовольно. Ну, чтобы как-то Господь уладил. И все молятся, чтобы Господь его сердце взял в свои руки, ибо страшно впасть в руки Бога живого. И я молюсь об этом сейчас. Лагеря никакого там нету, музей. И вот он добивается, чтобы его снесли. Даже ужас берет. Как будто ничего больше на земле нету, нечего ломать, нечего строить. Только у нас сюда вот все надо. Ну, Бог пока хранит, и всех прошу помолиться об этом, чтобы не тронули нас.
Музей, как только я объявил, он музеем и стал. А вот зарегистрировать его в реестр союзных или где-то там, это сложнее. Тем более лагерь был, это музей был бы очень необычен. Именно о будущем речь идет, не как музей, это о прошлом. Одни куклы собирают, музей. Другой бабочек, гербарий собирают, музей. Много-много чего. Один мужик музей сделал, собирал везде туалеты, чтобы в каждом побыть хоть один раз. Здесь другое. Показать, как без помощи государства можно жить красиво, интересно, воспитывать детей. А это 45 лет. Захватили. Там и замерили, где у нас строения стоят, 5 соток. Ну, даже, ну, не 5, а на плане там захватывает всю кучу с туалетом, видно, и 25, ну, даже 25 соток негодной бросовой земли. Куча навозная, так навоз и остался, и прочее. Ну, даже смешно, 5 соток. О чем речь-то идет? Ничего не занято нигде никак, никому не мешает. Это сатана просто. Евангелие от Иоанна 8:44. Он лжец и отец лжи, человек-убийца. Это вот сейчас это же. Он подбивает разных людей на это. И везде смуты между государствами, между правителями. И у нас вот на этом маленьком уровне, ну, кто мы такие-то? Нет, вот Господь допускает. А через это проявляется мужество других людей. Вот заезжали председатель сельсовета, вроде фамилия, не ошибаюсь, Трушакова Людмила Алексеевна, за нее помолиться. Она очень расположена к нам, мы беседовали, тоже заснято. И на следующей неделе выставим ролик. 40 минут только в доме у нее беседовали. Вот сейчас говорю и вижу голубятни мои. На двух голубятнях голуби летают, восход, рано. Вообще это все усталость такая, что мы работали. Усталость была. Я упал здесь, зашел утром, ночью часа в 3 проснулся, в одежде, в рабочей лежу. То есть как будто сознание даже потерял. Но так мы работали. Ноги не шевелятся, стертые в сапогах, это землю твердую копало, там сзади шкура завернулась на ногах, ниже, выше пятки чуть. Хоть не обувь не надевай. Но уже там подорожнику приложил, портянкой привязал, и уже лучше. Ну, это все позади. Но главное, что сделали, что хотели. Хотели там пруд восстановили Рыжковский. Большой прорыв был. Обводной канал вручную выкопали 22 метра. Ну, может, и побольше маленько. Ну, Марина так заметила. Она замерила и... И вот какие наши дела, события дня? Это события. Это не просто так. И вот вчера пропуск сделал, почему тот ролик, который выставили, о том, что помолились за нас, что я в суд подал на прокурора. И чтобы другими роликами не отодвинуть с первого плана, я вчера решил не трогать. Ну и вот так получилось. Ну а сегодня опять выставил 11 роликов уже. Богатый очень материал у нас, мы все снимаем, и... Люди просят, им интересно, жизнь деревни какая и что. Вот по утрам пораньше, до 6 часов, тут еще вроде чуть дешевле, что-то такое вот, не знаю. Я по телефону-то не разговариваю, экономлю деньги, совсем не разговариваю, не звоню. Но тут позвонил, узнать, как регистрировать музей, и проговорил. Долго, ну, никак объясняют там. И я посмотрел, сразу скинул, 56 рублей сняли за раз. Это у меня за 10 лет такого не было никогда, но важное дело. И кто знает, как это сделать лучше, это помогите тоже нам, выскажите эту мысль, как зарегистрировать, чтобы все знали люди. Лагеря такого, то есть такого музея нет. Мы соответствуем слову музей. Музей, посмотрите в Википедии, вот этой энциклопедии интернетной. Это муза для детей. Детей, а это как раз лагерь. И как можно все иметь и быть здоровым, ни одного больного, ни одного отравленного, утонувшего, сгоревшего. Ну, просто передать людям этот огромный опыт, 45 лет.
Государство ни рубля не дало. И вот они сейчас, сатана бьется буквально рогами и копытами, чтобы уничтожить память. Ну, а там миллиарды потекут. Но вспомните, из воздуха добывать электричество Тесли. Я к этому только применяю. Против меня точно так же. У меня это ни из чего буквально. И настолько все получалось. Это почему благословение? Все молились. И здесь помолитесь из-за этого Максима, чтобы нам в хороших отношениях быть. Его Господь вразумил эту жизнь закончить с Богом, чтобы он на нас не смотрел, как на объект, где можно выместить недоброе и разрушить что-то. Сохрани Бог. Ну вот на этом на сегодня все. Храни Господи.